Что здесь происходит? Агенты Балди, Валеришка, Малина. Ой, простите! Балди не виноват! Я просто хотел устроить вечеринку в больнице! Сейчас все уберем! Нашли время веселиться. У вас срочное задание. Вам нужно вернуться в прошлое и узнать, что случилось с Робби и что скрывают Банни и Мышка. Банни, вот вы где! Расскажи нам, пожалуйста, что случилось в тот день с Робби в школе? Да, нам очень интересно узнать! Может быть, Мышка что-то знает? Мышка, говори нам! Я знаю, что вы скрываете правду. Вы чего-то боитесь? А что с Робби случилось? Пожалуйста, Банни, не говори правду, ты же помнишь. Мы же видим, что вы что-то скрываете. Расскажите нам, пожалуйста, не стесняйтесь. Не бойтесь ничего. Мышка, мы больше не можем скрывать правду. Нам нужно рассказать. Это все из-за тигров. Их все боялись в школе. Это случилось после уроков. Я увидела, что к Джорджу пристают старшеклассники тигры. Робби подошел разобраться. Но они начали приставать к Робби. Они начали его запугивать и кидаться на него с кулаками. Я увидела, что он защищался и не захотел отходить. Я сказала: «Робби, уходи, пожалуйста». Тут подошел Пони. Он хотел вступиться за Робби, но они его прогнали. Он не хотел уходить, но они его напугали. И тогда Пони все-таки оставил Робби. Когда я повернулась, я увидела, что Робби был уже без ног. Я увидела, что тигр накинулся на него, но Робби не отступал. Когда пришел второй тигр, я хотела закричать, но он преградил мне дорогу. Я начала кричать: «Оставьте Робби в покое, пожалуйста, не трогайте его!» Но Робби уже был без ног. Я видела, как второй тигр накинулся тоже на Робби, но Робби не сдавался. Я тогда крикнула: «Робби, бежим, пожалуйста, они убьют тебя!» Но Робби не хотел уходить. Потом он все-таки развернулся, и мы побежали. Как могли, поползли побыстрее от тигров, но они пошли за нами. Я кричала о помощи, но никого уже в школе не было. Тигры кинулись на нас, но я точно помнила, что Банни где-то дежурила внизу, поэтому побежала на первый этаж. «Банни, пожалуйста!» – я кричала о помощи. Банни увидела, она заступилась за нас. Она начала защищать нас как могла. Но тигры были сильнее. Они пригрозили нам и сказали, что если мы кому-то расскажем правду, и они не знают, что с нами сделают. Мы испугались, мы не знали, что делать. И мы боялись кому-то рассказать правду. Тогда они сказали, что найдут нас и уничтожат. Поэтому мы молчали. А если ты хочешь, чтобы с Мышкой, Банни и Робби все было хорошо, нужно успеть за 3 секунды нажать подписаться, колокольчик и лайк. 3, 2, 1. Люблю тебя. Спасибо, что все нам рассказали. Не переживайте, вы в полной безопасности. Агент Фиги, мы узнали всю правду, что во всем виноваты тигры. Это они напали на Робби. Хорошая работа, молодцы. Но, Балди, у меня для тебя плохие новости. Ты больше не можешь быть агентом. Почему? Что случилось? Потому что ты устроил вечеринку, а в прошлой серии еще и разбил школьный автобус. Но я могу попробовать тебя вернуть. Есть секретное задание. Ты должен найти портрет семьи Пигги. Но никто из предыдущих агентов не справился с этим заданием. Удачи. Балди, ты должен справиться, пожалуйста. А где ключ? Я даже не могу из комнаты выйти. Где серый ключ? Подожди, серый ключ? Поищи его, может быть, за окном. Что? Да вы что, за окном? Ребята, я вообще тут... 800-й агент! Как вообще с этой игрой? Кто-нибудь из агентов выбирался из этого дома? Вообще-то ни один агент не смог сбежать! Что? Здесь целых гоняется не одна свинья, целых 3! Балди, понимаешь, здесь они охотятся за тобой втроем, а ты один, понимаешь? Почему меня никто не предупредил? Я не могу так! У меня ни оружия, ничего! 3 свиньи зараженных, страшно их! Блин. Балди, попробуй прочитерить, потому что это единственный шанс, чтобы ты прошел и стал агентом, вернулся к нам. Все, я мистер Прозрачность. Ключ за окном? Хорошо, я в двери поторчу. Получилось! Смотри, да, получается, так. Когда ты проходишь вот так, видишь, она стоит, она не идет за тобой. А я шапка-невидимка. Это, получается, первая Пигги, это сестричка, наша Пенни. А можно ее грохнуть? Нет, тут она просто будет стоять, пока ты не найдешь Джорджа. А, мне нужно всех свиней найти. Да, смотри, здесь есть коричневый ключ, вообще его не видно. Но я тебе буду подсказывать. Коричневый ключ, наверное, в туалете. Балдец. Я, короче, нет, это не от этой двери, а это на кухне. Понимаешь, проблема в том, что это самое сложное задание секретное, которое существует в Пигги. Малина, веди меня, я без тебя.
не справлюсь. Теперь прочитай сюда, в эту дверку, потому что там Джордж. Если ты ее откроешь, то он будет гоняться за тобой. Я сейчас понюхаю петельку и должен пройти. О, вау, Балди, ну ты просто прозрачный. Я же говорю, надо нюхать. Как Балди, вообще? Хватит нюхать дверь. Смотри, он стоит, смотри, он заражен. Слушай. Забирай, короче, крепление, да, голубое. Ребята, обычно мы его вставляли, а теперь мы его забираем. А можно я подпопников надаю, пока он стоит? Балди, ну он же тоже тебя не ловит теперь, молодец. Я просто никогда не видел стоящих свиней. Смотри, аккуратно. Пролазь назад. Дверь закрылась в голову. Так, смотри, забирай досточку. И еще я видела, здесь где-то есть... Холодильник. Нет, вот на втором этаже нужно поставить крепление. Ставим. И сейчас, нет, тебе не надо там ключ орать. Да. Ребята, я на самом деле только с вами это проходил, как сам, я так не знаю. А розовый ключ забирай. Честно говоря, тут вообще невозможно пройти эту карту без читерства. Я не знаю, как бы ты выжил. Ребята, поддержите Подожди. Меня. Балди, здесь есть прозрачный ключ, не убегай. Что? Прозрачный ключ, да, прикинь. Обалдеть! Ребята, объясните мне по логике, как мы его должны были увидеть. Я не знаю, что это, мне кажется, самая секретная карта, которая существует. Забирай зеленый ключ. Блин, подумаешь, вечеринку в палате устроил. Мне за это такие испытания за это дали. Ну ты этот автобус, помнишь, в прошлый раз разбил? Да у него педали перепутанные были. Я с детства на автобусах. Вот смотри, как в двери, так и на автобусе. Открывай, здесь не получится прочетырить. Она сейчас оживет. Балди, осторожно. Лететь, еще один автобус, свинина. Тихо, это мама, автобус. Это мама. Да, это мама получается. Тебе осталось найти еще только папу Пенни и Джорджа. А можно я не буду ее больше искать? Смотри, ты взял уже эту, как все время забываю. Сосиску. Нет, ломик. Балди, смотри, осторожно, пожалуйста, если ты проводишь это задание. Нет, ты знаешь, я свиней выгуливаю очень профессионально. Да, но только ты здесь один, и больше некого спасать тебя. Она заснула. Знаете, колыбельную, если петь свиням, они очень быстро засыпают. А если еще сверху по голове дубиной дать? Смотри, осторожненько, потому что здесь нужно открыть картину и забрать желтый ключик. Как я должен был это найти? Я не знаю, это просто самая секретная комната, которая существует. Я не знаю, Балди, но я буду тебе стараться помочь. Свинка Пеппа! Тихо, тихо! Враг или не динамит? Малина, помогай мне, пожалуйста! Ребята, вали! Нет. Короче, здесь самое сложное, это то, что теперь надо тебе как-то открыть сейф. А в чем моя задача? Как мне отсюда выбраться? Тебе нужно найти секретную концовку. Тихо, блин! Балди! Балди! Попробуй ее забагать вот здесь, возле сейфа. Короче, я придвинул к ней сейф, и пусть она стоит там. Балди. Это провал. Попытка номер 18. Свинья, стой там, не шевелись, я тебя фотографирую. Смотри, очень постарайся. Сейф вообще так сложно открыть. Молодец, у тебя получилось. Я покрутил колесико. Теперь осторожненько выбегай, чтобы она не пошла за тобой. Быстрее, Балди. Я ключ вставлю куда-нибудь. Бежим. Быстрее, аккуратно. А, все, она не идет, отлично, она забагалась. Сейчас ты найдешь папу Пиги, смотри. Я думал, папу Пи, привет. Смотри, он у тебя что-то просит, потому что у него на руке, глянь, он что-то это хочет, какой-то фрукт. Он просит волшебный пендаль. Возьми фрукт какой-то, я не знаю, банан, там что есть какой-нибудь. Грецкий орех, зубы ему. Яблоко, точно, яблоко. Ну, конечно, это было логично. Да. Яблоко? Они яблоко едят, свиньи. Все, осторожненько, давай ему яблоко, и он должен тебе отдать рацию. Да? Куда я позвал? Алло, полиция, достаньте меня с этого дома. Я вам дам яблоко. Балди, ты забыл, ты должен пройти это, иначе Ребята, ты не вернешься в агентство. Вы смотрите, я могу тут менять предметы в инвентаре. Это очень круто. Балди, сосредоточься, пожалуйста. Я взял вилку, я могу всунуть в поп. А не дорацию. Я думал, вилка, я пошел на охоту на свиней, но они меня догнали. Короче, соберись, пожалуйста, иначе ты не пройдешь. Как соберу? Вау! Смотри, здесь можно взорвать и забрать серый ключик. Смотри себе на голову! Где? Проблема в том, что тут теперь надо очень осторожно тебе выбежать и взять картину. Да вы что, еще одну картину? Это секретная картина, где нарисована вся семья Пиги. Она получается наверху. Знаешь, где? Где была комната вот эта, которая слева, прямо? Которая с кривыми страшными зеркалами? Вот.
Вот, смотри, это картина! Обалдеть! Все, теперь я владелец картины, выставляю на аукцион семью Пигги! Вау, смотрите, офигеть. Это секретная картина Пигги! Ребята, покупаем! Подпишитесь и покупайте! Так, осторожно теперь, чтобы тебя не поймала мама Пигги. Мне нужно ее понести на базар и продать. Кого? Картину. Какую картину, Балди? Ты должен открыть секретную концовку, чтобы тебя вернули. Да он сейчас повернется, смотри. Да не туда пошел. Ё-моё, воу. Ты открыл только экстрен хаус, а тебе нужна была секретную концовку. Подожди, так мне нужно не этого агента, а вот этого выбирать? Да, ты должен был эту картину вот сюда, положи ее. Вот. Кладу сейчас, я не могу попасть. Все! Это секретная концовка, где вся семья Пигги! Я в секретной концовке, ребята! У тебя получилось, Балди! Есть! Круто! А покушать дадите? Хай, ты нашел нас! Наши воспоминания! Возвращение воспоминания! Ты вернул нас в наши воспоминания! Смотрите, они перестали быть зараженными, у них глаза не стали красными! Это ты это сделал? Спасибо тебе, Балди! Так что, покормите, не? Нет проблем! Спасибо! На... что? Не время уходить! Сейчас время уходить? До встречи! Позже, встретимся позже! Подожди, а покормить меня? Балди, лучше иди уже, а то сейчас как покормят! А я думал, они уходят, я остаюсь! Это что, я ухожу? Да. Я по пенсам тут картину искал, меня еще выгоняют! Свиньи, блин! Все, иди, Балди, говорим пока уже. Да я уже сказал пока, 100 раз обиделся на них, до свидания. Не надо обижаться, почему ты на них обижаешься, какие они милые. Балди, иди, пока у них они не будут тебя кормить, а то сейчас сожрут тебя. Я сейчас Джорджу на ушко, Джордж, покорми. Балди, открывай уже секреты. Все, я вернулся, меня опять сделали агентом, но не простым, а вот таким вот, смотрите, каким классным. Какой ты классный! Смотрите, какой прикольный скин! Ты теперь такой суперагент! И мне простили автобус! И мне простили вечеринку в палате в больнице! Ну только больше не устраивай никаких вечеринок в палате! Я думаю, что стреляю тут вас чуть-чуть! Балди, не надо! А то они сейчас тебе скажут, что ты просто так стреляешь! А вы никому не говорите! О, Балди, ты неисправим! Солнышки, подписывайтесь на наш канал, точно не подписан, нажимайте на красную кнопочку, делайте ее серой. И не забывайте, солнышки, вы нас самые лучшие. Мы очень любим. Всем пока-пока.